второй пошел еще пиздец. Это второй выпуск шоу «Рифмы без панчей», наконец-то. С моим товарищем Федором Букером. Вот. Сегодня мы будем делать чисто питерский рок. Вот на студии, на нашей любимой. Блядь, как будто клип флеша, пацаны. Я верю в Иисуса Христа. Танцы с прекрасной Еленой. Я верю в Иисуса Христа. Я верю. Мы находимся прямо сейчас на улице Лена Джонана. Будем сейчас написывать. Здесь была сфотографирована та самая обложка, да, книги «Над пропастью во ржи». Пердит все, свистит нахуй. Играет как надо, все дисторшен, хорошо. Дисторшен, реверб, вся хуйня. Конечно, все, дилей есть, реверб, да, есть, бэки есть. Лучше, вот всех зрителей волнует, это будет лучше, чем Бэйо Александров. Все лучше, чем Бэйо Александров. Только Бэйо Александров будет на концерте? Бэйо Александров, блядь, пидорасы, не дали нам денег нахуй за такую интеграцию нихуевую. Вот, а что вообще сегодня будем делать? Мы хотим делать панку, мы, да, делать гитару, да, вся мы сегодня вот эта будем хуйня делать звук, который существует вот только в городе Санкт-Петербурге. London is the capital of Great Britain. Oh, thank you. Больше thank всего you мне нравится вот эта пожарная лестница, это вот безопасность превыше всего. Ты просто лезешь и на горячую проволоку очком сочишься. Будем не переключайтесь, делать. Если переключитесь, у вас очко. Но, ребят, да, самое главное, в Петербурге, когда очень холодно, нужно покупать теплую одежду. И в этом нам всем поможет компания OneX, которая по промокоду CMH получите до 6500 бонусов. А также самая длинная линия, лучшая контора сотрудников. Такая линия? Такая вот линия и такой вот член. Ссылка в комментариях. Я сейчас репану супер старый прикол. Никто его не выкупит, но, пацаны, кто-то должен. У меня струна порвалась, так играй без нее, хули. Какой мы делаем темп для панкухи? Блять, ну сколько обычно панка темп, я хуй его знаю, честно. 150, 160, 170. Давай 150. Закатаем рукавами Чикаго. Расхуярим на дрова, мы будем водку жрать. Не, вообще это какой-то сам путеван мог быть. Ну вот. It's alright to tell me what you think about me. Ян Гордиенко, Ян Гордиенко вот это рекомендует. Смешно умру, грешно живу. Бля, Федя вообще нормально лобает. Да, это говно просто, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот послушай, сейчас въебу, готов? Раз, раз, раз. Слушай. Обвини в чем хочешь, слушать будешь все равно. Я же знаю точно, у пиратов купишь диск и друзьям не скажешь. Версия, просто слова другие писать, короче. Сейчас. Панк, рок, заплатили так, за круто, панк. Что, круто, что нам разрешили панк. Может, да, всякую хуйню дать, если это панк. Петя, ты же знаешь, что... Знаешь, я люблю тебя одну. Вопрос для всех, кто сейчас нас смотрит. На какую песню это похоже? Вот эти аккорды. Very чистый. Вот это что-то такое блатное из 90-х. Я ему не верю, просто такая сильная любовь. Мне кажется, что-то более дворовое. Может быть. Блять, что-то еще было, короче, я не помню. Здесь мяу-мяу, от тебя офигеваю. Вау-вау-вау, ты наркотик, я тебя ревнует. Ничего нет прекрасней на свете. Я люблю тебя, как Готу 2. Токсик. А ты знаешь, что есть, типа, ну, антоним слова токсичный? Какой? Экологичный. А я уже, типа, он так сказал. Ну ладно, ну, группа леса там. Никогда ничего такого не слышал. Короче, песня, типа, понял, про хорошую девочку и про пацана долбоёба. Девочка пай, а рядом жиган и хулиган. На-на-на-на. Девочка пай, а рядом жиган. На-на-на-на-на. 2002, братан. Начал писать 16 сентября в 18:06. Сейчас 18:10, все уже готово. Я хочу таким уйти, мне уже не 18, но еще не 25. Без тебя страшнее жить, чем с тобой умирать. 15 минут, 5 Федин и 10 моих. Да, мы неплохо поработали, на славу. Как принципе, на заводе. Как группа Sex Pistols, да. Запишите, да, песню в стиле поп-панк, потом рассказывайте вообще. Я не видел, чтоб на заводе поп-панк дохуя играл. Папа? Папа. И мама. А, я думал поп, в смысле, вот это чик-чик ходил. 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 У нас немного с тобой не сделал. Ну что, Федорер, вот готов? А,
Кузнецкий сквад. Бою под тупками, мама, мама, не буди. Ревер тебе норм или убрать? Пошучу молодой, я хочу таким уйти. Мне уже не 18, но еще не 25. Без тебя страшнее жить, чем с тобой умирать. А, вообще, я просто без проблем. Тихо слышу. Без проблем, без начинаю. Проблем. Сейчас сделаю, чувак. Бенгалы, девочка, салют, любит другую. Низ, чувак. Ну да, ты девочка, салют, любит другую. Да. Будем мамами, добровольным башни. Бенгалы, девочка, салют, любит другую. Не смогу, меня тогда на эти стены не курю, но много пью. Хочешь знать ответ, мне с тобой повезло. Как вам? Хочешь салить? Человек присутствовал при записи дебютного альбома Виктора Цоя. Он может... Альбом в красной кепке. Этой линейкой измеряются члены тех, кто поставил лайк. Вот такой член у тех, кто поставил лайк. Вот такой вот маленький, блядь, еврейский обрубок. Вот такой, блядь. New Punk Rock Star. Ай, блядь. Вот, нимбом ударился. P-E-N-K. Блядь! Бунт, блядь. Вот. Сюда обезьяны, всегда поэтому... пиздец разъебал. Бунт, блядь. Все, подписывайтесь, ставьте панк. Ставь панк. Вот. Наша песня готова. Мы не знаем, как будем снимать клип, потому что погода испортилась. Девчонки, это 18-ти, кто играет кэпсы. Да, хотя бы в директ. Хотя бы. Ставьте панк, ставьте лайк. 100 тысяч лайков, новое видео, новые гости. Поэтому давайте подписывайтесь и... Любите маму. Кушайте вкусно и кушайте много. Заплатите за панк. А похвалите еще пиво. Ну, что могу сказать? Хорошее пиво. Пиздатое. А можно еще пару красивых слов? Блять, ну толстяк. Охуенное пиво, реально. Реально, блять. А схуя ли я официальный представитель группы Лес? Спасибо. Ну, струна одна порвалась, играй без. Да на здоровье. Вот оно. Группа Лес. А тех, кто плавал на воде, он бил залупой по голове. После боя генерал его залупу целовал. Едет поезд на Ваи, а в нем сидят одни хуи. Молчите, бляди, я святой. Я святой, я папа. Это вообще-то музей, здесь снимать нельзя. Нахуй!